Всем привет, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня для любителей криптомонет я хочу поделиться таким краном Laravel VCat, где мы собираем биткоин, догекоин и лайткоин. Это уже на выбор, но собираем мы в токенах. Регистрация. Вводим юзернейм, email, два раза пароль, ваш пригласитель, регистр. На почту приходит письмо. Значит, подтверждаете электронную почту. И вывод здесь инстантом на VCat Hub. Так, далее вход по логину и паролю или по электронной почте и паролю. Вот такое вот письмо вам придет. Нажмете на ссылочку и подтвердите электронный адрес. Так, ну что, по порядочку. Здесь новости. Кому интересно, переведете и почитаете. Значит, мы собираем токены. Вот у меня 300 токенов. Я здесь просмотрела, что на чем здесь зарабатывать. ПТС, АДС. Короткие ссылки. Есть видео. Ну, сюда я уже не лезу, я только ПТС. Ну, я одну короткую ссылку просмотрела, мне вот 100 токенов начислили. И здесь, значит, что? Вот на данный момент у меня 300 токенов, да? Нажимаем вот на эти 300 токенов. И мы можем выбрать любую, как бы, криптомонету. И вот эти 300 токенов равны 24 биткоин сатоши, 1682 лайткоина и 0.48 догикоинов. Так, нажимаем, в чем мы хотим выводить. Так, разгадываем капчу, нажимаем виндраф. Ну и, естественно, я хочу вам показать, как тут зарабатывать. Но тут шортинг, уже видео я не буду затягивать. Сами уже, как бы, вот 250 монет вот этих токенов дают. Тут, ну, можно неплохо заработать. Покажу на ПТС. Это короткие ссылки я вам показывала. Вот это уже как боксы на рекламках. Давайте короткую ссылочку. Нажимаем, нас перебрасывает на страничку. Просят подождать. Сейчас пойдет отсчет таймера. Ждем. Так, нажимаем и разгадываем капчу. Что такое, конечно? Вообще ничего не понимаю. Вот это вроде нормально. Так, SPICK. Большие буквы. Ну ладно, надеюсь, пройдет. А, N, D, S, P, A. Нажимаем claim. Да, все прошло, можно и большие, и маленькие. Все мы просмотрели, как бы, так. Значит, далее вот таким вот образом мы просматриваем рекламки. Реферальная ссылочка, нажимаем вот здесь реферал, будет находиться партнерская ссылочка. Так, вот реферал линк. Далее идем в профиль. Вот у меня стало 400 монеток. Так. И прописываем вот здесь адреса биткоин, лайткоин, догикоин, привязанные к микрокошельку VCat Hub. Нажимаем сохранить. Здесь поменять пароль. Так. Ну давайте я теперь попробую вывести вот эти монеты. Что мне теперь дали? Значит, у меня 32 биткоин сатошка. 242 литоши и 0.64 доги. Выведем инстантом на микрокошелек VCat Hub. Вводим капчу. H и D E F. А опять большие буквы. Ладно, надеюсь, пройдет. Нет, не прошло. Сейчас я поставлю маленький. И
Так. Что нам там написали? Переводим на русский. Изымать, посмотреть. Так, изымать. А, я должна выбрать валюту. Вот что. Видите, ну давайте я лайткоин выберу. Выберу лайткоин. И нажимаю изымать. Вот. И вот все, у меня баланс обнулился, и мои литоши ушли на микрокошелек FaucetHub. Я перезагружаю. Сейчас загрузится. И, пожалуйста, Ларвел Фаукет, вот литоши 242 литоши от Жуснов только что прибыло на FaucetHub. Платит инстантом, все замечательно. Можно работать. Как я уже сказала, тут уже вот эти жетоны, ПТС я и короткие ссылки можно пройти. Ну, тут можно и неплохо заработать. Вот. Ну, по видео я не знаю. Тут эти видео. Вот. Ну, тоже здесь кликните сюда. Ну, я вот, если только так, не сюда нажала. Сокращенные ссылки ПТС. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.